стопы, но нога через пару минут слаживается. А сама нога там да. Все-таки вот. Давит. Я ее и жмакаю. И... Нет, сначала это, первых пару минут это. Ничего, да? Сижу жопой на носках. Становлюсь, ага. Выпрямляю. Ну да, чтобы они... Ну, блин, пока я схожу туда-сюда на следующий день, наверное, все, они опять позу принимают. Там одни... Говорят, одни парить их надо, другие, говорят, мочить их надо. Я готов. Потихонечку. Потихонечку. Вот, хорошо. Мягенько все пошло. Отлично. Еще разочек. Хорошо. Твоя очередь. Ох, голова закружилась. Голова закружилась, да? Бывает. Бывает. Иногда звездочки только. Не помню. Да я сейчас 140 летел с миллера, чтобы успеть. Блин, не грузовый. У меня поэтому до сих пор еще это. Хорошо. Отлично. Еще разочек. А ты смотри, как работает мягко. С этого скрипа. Что, по одному? Да. Нормально, все. Мне опять кажется, что я дотягиваюсь. Вот прям тянусь. Подкладывайте здесь что-то. Ну вот я, да, я вот одну точно прям подкладываю, ну даже с ней складываю. Еще одну ложу, если тебе, попробуй еще одну, две полы, две. Ну давай на следующем, на тяжелом весь. Три уже, проще тогда это, ДСП уже положить, фанеру. Нет, тогда проще опустить. Вот фанеру. Опусти на это. Нет. Три штуки это полдня. Ой, да, он, я там. Ну ты попробуй. Да? Ну сейчас я посмотрю. Че? Опустить или не надо? Нет, да, я посмотрю, как она. Как сейчас работает, да? Ну да. Как сейчас, работает? Сейчас, да, я оттуда. Я единственное не вижу таз. Правильно я ложу паз? Правильно. Нормально? Нормально. Правильно, все правильно. Все, ножки, да? Готов. Давай. Вот, раз, еще ножичек. Два. Я буду туда этим. Ну что? Нормально, нормально. Нормально. У тебя амплитуда почти это, до упора. Я не упираю ее, но... Я выдавливаю до упора, потому что у меня лапы длиннее, походу. А я тебе заберу одну подстилочку. Это 440, да? Да, было 440. И есть. Не спеша, да, видишь, потому что первый подход трудный, надо обработать. Да, вот сейчас уже пошло у меня. Пошел, раз, хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Вот это, так, отлично. Ну что, не тяжело тебе? Нормально? Все, все хорошо. У меня что-то первый был тяжело, а сейчас второй легко хорошо пошел. Размялся, да. Размялся, переволновался. Сейчас расслабился и получил удовольствие. Готов. Хорошо. Самый легкий, наверное, этот подход. Этот, да. Посмотрим сейчас дальше, как пойдет. А это сколько у нас? 520 уже, да? Да. А, еще Саша. Потом взвешиваем большие блины. И такое ощущение, как ты от них отталкиваешься, Саша. Давай. Еще разочек.
тоже на максимум не выходишь, ну и хорошо. Ну что, нормально? В норме все. Что, большой веси? Мы повесим большую. По большому или по большой? Большую повесим. Давай. Петосек. 620 получается, да? Да. Сразу на сотню кинем. Ну да, было 620. А, так 620 это у нас и было в прошлый раз так. Да. Такое веселье. На 620. Это мы уже до двух красных дошли, да? Как он? Все-таки подложки проминаются быстрее, чем... Готов? Хорошо, еще разочек. Пошел, пошел, отлично. Еще разочек. Кажется, ниже, ну, не выше. Или это прогибается, или это прогибается, гриф. Гриф прогибается. А ты не слышишь, как он хрустит? Я вижу даже, да. Поэтому я чувствую, что я прям маленький, у меня хвост. Он хрустит, хрустит, хрустит. Ты сначала его прогибаешь, а потом идет вой. Ну да. Вижу я его, смотрю на... Ой, давай. Вот сейчас как будто толщины, это, высоты не хватило чуть. Вот туда, да. У нас 620 на спикла. Готов. Давай. Еще разочек. Ну, десяточку накинем. Или сколько там было? 620 было, вот такое было. А, это у вас предел был? Да. А, это он на пределе. Дури, думал. Что? Вот, и это прошлый предел. Так, может, 640, не? Много будет. Много. А, так, хватит. Можно? По чуть-чуть, но чаще. Ты думаешь, кусок доски? Не, тебе туда надо, я туда тебя будет, а. Да понял. Надо лезть, чтобы все удобно было. Чтоб никуда ничего не сползало, а то это вес такой, что будет выдавливать все там в стороны. Я резинку из трусов. На разочек и отлично, хорош. Ух ты, аж давление сюда фух, пошло. Во-во-во. Отдохните так, чтобы. Я... Зато вот я сейчас примерно по высоте поднял, как первый начинал поднимать, то есть примерно тот же ход у меня пошло. Угу. Низкий, да? Детский. Детский. Вот как раз я на поясницу делал, чтобы было. Просто я доску почему-то жопу почуял. Сквозь один ковый. Вес-то больше. Ну да. Там... Значит, вот такое впечатление, как во сне дали. Вот так вот спишь, и ножками начинаешь давить, Как готово, готов. Давай.
Чем выше, тем легче. Красиво пошло, да? Прям напрягался, потом так ровно, медленно пошел. Все, все, я еще разочек сделал. Харе. Малахов набирает. Зачем? Ниже переставишь. Какой? На этой будете делать или на этой? Не ниже, а краханы. Выше. Вот туда. Нет, Саша. Какую унести? Какую? Краханы. Ты пожалуйста. Красная с ногами. Не ломай язык, мы тебя не понимаем. Решил на это все? А вот посмотришь разницу. Если это... Она из-за того, что чуть-чуть шире. А может еще из-за того, что она длиннее, у нее устойчивость другая? Нет, она шире. Потом я на той пробовал. Вот. А мы эту стелили или нет? Ну да. Стелили. Стелили, ну да. Тепленько было. Так, сколько у нас там было? Сколько? 150. Вешай тогда еще пятачок. Блин, я даже эти забыл сегодня, настолько облетел. Ну вон, за это. Замотай эти. Нет, да он свои хотел при этой. Ну, которые не надо наматывать, я просто одел и все. И пошел. Готов? Хорошо, еще разочек. Хорошо, еще разочек. Отлично. Я так 200 не забыл, как вы. Вообще нет. Сейчас 200 не забыл. Это 180. 200. Я что-то это. Я простите. Давил ногами, а грудина это ощущает. Она и есть такое. Давишь, она как-то упирается там. Упирается, вот тут мышцу как-нибудь не потянула, а ну пощупал этими. Ты... Она расслабится. Сейчас туда дальше расслабится. Готов. Давай. Хорошо. Еще разочек. Отлично. И еще разочек. О! Самый легкий тебе подбор. Сколько у вас было? 300, вы говорите? 350. 350, да? Ну да. Ну давай тогда это все. Десятку. Ты меня набери, либо буду, я скорее всего не буду, либо да. Хорошо. Угу. Хорошо. Ну хорошо, давите. Да, чувствуете, отошли, все. Готов? Начали. Отлично. Еще разочек. Еще разочек. О, прекрасно. Я охренею, как удачно. Я эту полночи шарохался. Не спится и все. Сколько? А, бывает. Просто 4. Не спится. 260, да? Да. Вроде не перетрудился сильно, не это, но вот... Бывает, смотрите, сон будет сокращаться. Пока не могу. Я в час пришел, я еле-еле полпятого ловился. Будете... главное высыпаться, если не высыпаться, это ерунда. Вот, я полпятого ловился, ну, приснул. И... 6.20 поднялся, причем раньше будильника, еще и жду. Ну нормально чувствуешь себя. Вообще все шикарно. Готов. Угу. Хорошо. Отлично. Великолепно. Не знаю, для мне удобнее. Найти. Сколько блинчик? Нет, это будет много. Это вот уже 300. А у вас 350 было. Ну, это мы по молодости. По неделю моложе.
Давай еще пятачок тогда. Что, вы страничок? А последнюю десяточку, да? Ну да. Сейчас у нас 320. А у вас сколько было? 350. Ну, прибавим тогда. Потом двадцаточку накинуть, да еще десяточку. Угу. Слишком далеко лег и меня чувствую, выдавливает начало. Из-под нее выплевывает. Ага. Не в ту сторону все-таки. А то, что я чувствовал, все переломалось. Вот она пошла энергия, потом вот это куда-то вылазит, вылазит, все, она такая, все. Нет ни хрена. Это в смысле после какого-то продолжения? Ну вот, вот, вот этот. Подъем. А, да, да, да. Давай. Хорошо. Еще разок так же, Саша. Отлично. Отлично. Так, 320. Что, один кинул, да? Да, сверху прямо. И мы заканчиваем. 360, да. Отдохните. Да, что-то у меня первый вроде пошел, а второй. Ну, выдавился, выдавился. У меня шов горит при, вот при добавлении веса, да, вот последний пиковый берег. Он где-то с полчаса потом. Ну, еще... во-первых, мышь уже это. Ну, еще он может рассосаться у тебя. В конце все-таки... Четыре года ему так и не... Не, ну так это, к нему же надо что-то добавить, энергию или что-то. Не, он как бы, это, я вот начал заниматься, он перестал на полозу беспокоить, то он обычно это. Угу. Это единственное, что, ну, наверное, я грешу на погоду, ну, как не то, что грешу, а... Сейчас будем давить, давить и давить. Пошел, 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 пошел. Да. Я думал, что 365. Да, вроде отошли. Да, мне кажется, вы сильно помогали. Там уже слегка. Готов. Давай. Давим. Давим, 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 давим. Тоже искры из глаз, да? Есть маленько. Хорошо. То, что это, знаешь, искры из глаз уже не сыпется. В основном это, мокреет это. Лысина мокреет. Испарины нет, но слышу так вот. Это хорошо, что испарина и тепло. Испарина это, есть. Это говорит о том, что ваш организм очень хорошо реагирует на нагрузку, на энергию, все проходит. Поры открываются, энергия циркулирует. Сколько там у вас висяка был? Ой, там 750, да? Ну вообще 750, но я там 800 вдруг взял и поднял. Я 800 не выкинул. Ну и сейчас начнем с 520. Василий, очень хорошо пошли. Очень хорошо. Уверенно, да. Очень хорошо пошли. Че, что повесить? Ну да, 520, чтобы было. Послушай. Побольше.
пытаюсь запомнить, все равно не запоминаю эти. Сколько поднимаешь или что? Или чего-то? Ты как считать? А, как считать? Да. А знаешь, очень просто вот это вот. Вот эти два, 360. А дальше по два цепляем, это 80. Один, бля, один маленький блин прибавляется 40 килограмм. Да, 40 килограмм. Хорошо. Хорошо. Стоп. Встань сюда поближе. О, вот так вот. Так, немножечко вот так. О, съесть. Да, давай. Вот. Хорошо. Еще разочек. Хватит. Надо подкладку подложить. Вот эту. Не, я сейчас на четверку перейду. Я как раз перешел отлично на сладкую. Ну, смотрите, вы сразу как-то устанавливаете. Там потом, а то. Вот, и получается по одному блину 440, два блина 520. Вот так вот. Готов. Ага. Хорошо. Пошел. Хорошо, ну еще разочек. Отлично, отлично. Так учитывая, что здесь все-таки трюк. Звук есть. Да, сейчас какой-то звук. Я вот слышу. Это когда поднимается, а вот так. Что-то. Слева. Это сколько? 520, да? Было. Ну да. О, а сейчас? 620. 620. Я думаю. Нет, я на четверку пристал. Я на большом весе. Так, все нормально, как удобно. Да. Сюда немножечко так поддавил. Удобно сюда давить. Ножками работаем. Отлично, все. Вот сейчас хорошо голову. Прекрасно. С этого года, я думаю, вы, наверное, тонну осилите. Если нет, говорит, классно. У меня уже этот Александр, можете глянуть сегодня. Он уже тонну 50. На черном форме с утра, да? Ну да, 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 вот это помню. Готов. Давай. Хорошо, еще разочек. Ножками хорошо, так же. Пошел, пошел, отлично, хорош. Что натрет это? По двадцатке? Вам тоже здесь кажется? Мне кажется, что здесь. Не там. Ну да. Угу. Хорошо. Еще разочек. Еще разочек. Ножками. Ножками, ножками. Отлично. 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 Продавили. Отлично, продавили. Саша, ты глаза закрой и просто ножками давишь, давишь, давишь. Потихонечку начинаешь и, так сказать, усиливаешь эффект. Вот. Давай. Пошел, 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 пошел. Хорошо, раз. Еще разочек. Пошла. Еще разочек. Пошла, пошла, пошла,
пошла. Отлично. Ну что, как она? И она ноги обе давили. Хотя тоже идет, да, и у Сани тоже идет. Ты мне показал. Показал, что тоже идет, да, чем в прошлый раз. Я-то 800 не потянул в прошлый раз. Да и я сейчас лишь не потяну. Чтоб удобненько было все. Готов? Ножками. Хорошо, отлично. Все. Схватил, когда опустила и схватила. Схватила, да? Когда опустил. Все, опустил, расслабился. Ну, она схватила. А, и она схватилась, когда расслабился, да. Неожиданно. Ага. Вообще неожиданно. Ну, бывает. Глазки закрыл и давишь ножками, ножками. Давай. Пошел, 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 пошел. Хорошо, хорошо. Хватит, 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 хватит. 800. Поставим его, чтобы осилили его. Че ты? Заходи на эстакаду. Да-да-да, примерно так. И ножками как бы вот так там туда вверх. 2 года назад. Готов. Давай. Пошел, 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 пошел. Опять надо? Ну, не, она просто дрожала. А чувствовал, что это будет? Она задрожала, но схватила, задрожала. Я говорю, после прошлого этого я полночи трактор пихал. Смело сколько? Ну, 2 года назад у меня сломался мини-погрузчик. А он у Василия Анатольевича на территории. И сломался перед самыми воротами. То бишь это. А он гидростатически, его не толкнуть, не покатить, не это. И мы волоком его на трубах это. Вот там напряжка была немножко. И вот я почему-то прошлые занятия по мочению вот, вспоминал, как я это. Готов? Лучше по 10 килограмм добавлять. По 10, много. Ну, а так, видите, вы, по крайней мере, вы прочувствовали энергию, которая... Да, немножко ну, другие, другие ощущения. Ага. Пока она вам просто недоступна, но вы ее уже прочувствовали. Вот что это. Почувствовали? Нет, но походу потекло так. А я сегодня там приехали. Ну, давай сделай пятачки эти. Я не возражаю, как ты там долго делаешь. Да, чтобы она меньше мерзла. Да, такое ощущение, что... Сколько там у вас тяга было? 300. Да прекрати, 420. Вот с этим бельмом. 230 начнем. Вот это, да, можно взять? Да-да, все берите свое. Все берите свое. Он для того, что... Он на самоклейке и не должен... Ну да. Куда уходить? Да, на фанере. И уже, поскольку юзаем туда-сюда, она отшлифовалась. Ну, и 4 пятачка, да. И 4 пятачка вон на ту лавку. Ну давай. Кому? Лепи на ту лавку. О! Т.
Так что 800 вы запишите в свой актив, а будем вот так в следующем. 760 вы все хорошо взяли. 770, 780, 790, вот так. Стоп, мне пора делать. Готов? Давай. Потихоньку ножками, ножками. Отлично. Еще разок ножками. Отлично. И еще разок ножками. О, хорошо. Очень хорошо. Вот так вот. Да, вот так четко пошло дело. Так что это самое я это думал, Саш, слышишь? Почему-то шеешь время хрустить. Хорошо. Так, вот. И ножками. Отлично. Раз. Еще разочек. Два. И еще разочек. Три. Отлично. Вот это ремешки самые красивые. Вообще класс. Там мне вот надо еще этого. Ты положи сразу. Естественно. Приехал, положи. Я вот в прошлый знаю, раз... Знаю я такой совет. Сам иногда его даю тебе. Я беру. Совет-то хороший. Ну видишь, я тебе такие привезли. Ноги повалил. Знаешь, дерево. Закреплена и только ножками. Готов. Ножками. Упираемся хорошо. Раз. Еще разочек. Два. Отлично, хватит. Разогнался-то. Хорошо, идет. Ну, могу. А я думал, ты экстренался, что-то глянул соседний. На плечи. Спинка закреплена. Готов. Да, ножками. Отлично, еще разок ножками. Харе, харе, будь. Харе, будь. Че, я тут достаю? Большую ставь. Цепляем, да? А там это, Геннадий Петрович, я что-то искал. Ссылочку в WhatsApp не можете скинуть на канал? Да, что-то я как бы не... Сброшу. Не, я за канал. А, ну ты проскакиваешь, я немножко это... Зависаешь. Так 350 было. Нет, 310 было, и сейчас 360 на 50. Хорошо. Ну хорошо, то хорошо. Я а куда-то не хочешь садиться? Надо туда садиться. Я мешаюсь? А, вот камера как я раз. Понял. Твоя лысина будет. Ну, моя сидит, да? Все посмотрят. Нет, ну хорошо, я там еще поставил камеру, видишь? Ножками. Готов. Ножками уперлись. Ножками уперлись. Хватит. Только так поставь. Так поставить. Все, хватит. Что? Несколько неровно. Все должно быть. На таких огромных весах все должно быть ровно. Встали. Ровно. Надо еще медленнее, да, начинать тянуть и прям вот выставлять себя. Да. Угу. Медленно, плавно. Чувствуете, где там что там. Мягко включаться, да? Вот, да. Раз. Хорошо. Да, отлично. Все, хватит. Так что 410 говорите, да? 420. 420 дом? Да. Найдете. А это только 400, да? А я если так взялся на все, на никуда, мертвое. Естественно, потому что у тебя плотность. А я когда, если я вот так ровно возьмусь, лапы, у меня вот так вот вообще, вот я вот так потом. Я пальцем вообще не держусь. Mm. Понимаешь? А это... Ну а на лыжах это, я закохтился, но видел эти волосочки остались. Ну, у меня да, полосочки сейчас будут. У меня тоже он, да, есть прижало. Не, вот эти, на эти хорошо, прямо это, я комфортно себя чувствую без этого. Я чуть-чуть не очень, мне не хватает. Ну, ничего, сейчас такое. Жарко, шумок. Плавненько. Готов. Давай. Да,
хорошо. Очень хорошо. Ничего, нигде, никак. Нет, чуть-чуть. А этих соберем, да? Да, да, сейчас. А, ну, глазах это нормально. Нет, сейчас лучше пошло. Пошло боль, потихонечку. Ну, боль только вот здесь, потому что я тяну этим пальцем. У меня палец передавливает. У меня только пальцы. Ну, я говорю, бинтуйте. Я вот стал бинтовать. Можете перчатки вот такие. Не забывайте, по чему бинтую, да? А это сколько было? 400? 400. 420, да. И у вас тоже 420 было? Вот, ё-моё. Ну, хватит. Ну да, давайте оставим, ничего страшного. 320. Мы подготовимся. О, ясненько. Параллельно поставил ноги. Давайте. Хорошо. Все. Отлично. Следующее упражнение. Ух ты. Да. Чего? В смысле, голову шаганула? Здесь так. Головой. Так оно и должно быть. Мы как раз ее и прибиваем. Чтобы она, грубо говоря, от пяток пошла энергия, а по позвоночному столбу и спинечка засадилась. Что-то последний раз взмокрило очень. Во-во-во-во. Открылись поры. И медленно, плавненько. Готов. Угу. Хорошо, раз, еще раз. Еще разочек. Хватит. Так, 200, да? А, все. Секунду. Потихонечку. Хорошо. Закрой глаза. Еще разочек. Все. Вот. Вы попробуйте, знаете как, закрытыми глазами. И такое впечатление, как вы в кумпол давите себе. Вот в кумпол туда. Вот у вас вот тут точка. Если, наверное, толкать ее туда. Точка это, и вы ее вот эту точку туда так и ключ. Чтоб не растягивать туда. Здесь 60 на 2, да? Почему на 2? Спинка. Готов. Давай. Ножками только. Хорошо. Раз, отлично. Еще разочек. И еще разочек. Немножко. Шатка. Ты смотрел, он не делал вот такого движения тазом? Сейчас нет. Нет, сейчас. Это мне просто оттуда так показалось. Ровненько. Хорошо, это мне показалось. Еще сколько там у вас было? 320. А это 260, правильно? Угу, ладно. Чтобы как раз такое максимальное усилие было углы были. Да просто на нижний я не выпрямляюсь, как нет. Выхода нет, комфорта. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Не спеши. Да, ну, отлично. Все. Вы как бы. Поднимая, вот такое у вас, чтобы ощущение было, как будто вы смакуете подъем. Медленно, плавно, знаете, вот это чувствуете, где там что у вас напрягается, куда идет энергия, там, все это, как сказать, хорда-борда. Так. 300. Сейчас 300, да? Да, а 320 было? Было 320, да. Ну, встань, 330. Можете посчитать, вот, если по 10 килограмм, вы занимаетесь, грубо говоря, где-то 4 раза в неделю, да,
вы 40 килограмм прибавляете за неделю примерно. Ну, возьмем 30. 30 килограмм за неделю, а неделя у нас 52, да? Это уже тонна 500, что получается у вас. А вот. Что прибавляем? Вес? Ну да, если так вот. Эффект пойдет. Ну, конечно, так не пойдет, но расчетный. Ну, теоретически. Ну, да. Теоретически, да? То есть прибавлять было. Вот. Готов. Да. Не спеша, не спеша, не спеша, да. Хватит. Может, еще разок? Прям уверенно идет, можно прям. Не, ну вот так вот, вот это. Так. Не, это вот это у меня идет. А, вот это. Вот это прыгает, я пытаюсь поймать. А смотрите, тут, ну, тут в это. Ты ее когда поймал, выровнял, потом жми. Я ее давлю в руку. Да. Вы сначала, как бы сказать, вот ее прижали, и потом начинаете. Отпустили, как бы отдохнули. Потом опять слегка прижали, и потом опять. А если как ты? Я сказал готов, когда я ее уже прижал. Я уже в напряжении. Да? Ну, хорошо, но все равно она куда-то ее лила. Ну, ничего, нормально. Фух, так, 330 все-таки. Да, 330. Еще и двойне. Медленно, плавно. Пошел, пошел, отлично. Отлично, хорошо. Не спеша. Вот так, точно. Хватит. Все, хватит. Медленнее тебе надо было. Ты слишком быстро. Слушай, и поэтому таз вот так вот находит. Нет, ты не быстро, вроде чуть придаешь, она взлетает. Мне кажется, что в прошлый раз у нас последнее это упражнение было тоже, тяжко тоже. Шло, а в этот раз наоборот. Ну, у меня делать. Хуже спина шла, а лучше это идет. Разогрев у меня. 330, да? 330 килограмм. Каждому. Каждому. Все, по два раза. Отдыхаем.